Безопасность прежде всего. Распоряжение об усилении мер пожарной безопасности и поддержании в готовности органов управления и сил гражданской обороны в период празднования новогодних и рождественских праздников подписал глава госадминистрации Бендер Роман Иванченко. В дни новогодних и рождественских праздников бендерчан призывают соблюдать правила пожарной безопасности. Из-за неосторожности граждан во время празднования могут погибнуть люди или сгореть имущество. Категорически запрещено использовать пиротехнические средства в закрытых помещениях, а также электрооборудование, не соответствующее нормам пожарной безопасности. Организаторы праздничных мероприятий должны пройти противопожарный инструктаж. Для проведения новогодних утренников и корпоративов рекомендовано использовать помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными выходами с легко открывающимися запорными устройствами на дверях. В помещениях выше второго этажа на окнах не должно быть решеток. Руководителям потенциально опасных производственных объектов и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность города Бендеры, сел Протигайловка, Гиска, поручено обеспечить необходимые меры безопасности и поддержание общественного порядка на своих объектах в период новогодних и рождественских праздников. При возникновении нештатных ситуаций следует незамедлительно информировать городские службы экстренного реагирования и оперативного дежурного пункта управления начальника гражданской обороны города по телефонам 2-53-66, 2-51-54.